Лекция «Политика общения с гражданами». С гражданами, получается. Читать его много, и там я, получается, от себя скажу своими словами это все. Смотрите, какой бы человек ни был, да, психически расстроен и так далее, вы должны с ним говорить, получается, на равных. Ну, как на равных? Получается, если он говорит, ну, если он орёт, там, на вас, поднимает голос, вы говорите ему спокойно все, да, типа, он там орёт, там, да вы знаете, у меня там есть права, вы обычно серьезно с ним говорите, ну, типа, гражданин, выйдите из машины, там, и так далее. Вы, получаете, повышаете голос только в случае того, если у вас уже, ну, типа, вот устный приказ переходит на физическую силу, с первого этапа на второй переход. Тогда вы повышаете, уже можете, ну, кричать, вот. Опять же, вы должны при гражданах соблюдать субординацию, не расторгать мануал, кому получается о нем не говорить, вот. Потом, с гражданами общаться вам надо на вы, официально получается, и переходить на ты, вот. Не использовать мата в словах, да. В принципе, наверное, это все. Так, теперь я хочу услышать, например. Вы можете мне сейчас лекцию эту пересказать? Ну, типа, вообще, что вы запомнили с этой лекции? Ну, то, что мы должны всегда общаться на спокойных тонах. То, что мы со всеми общаемся по-одинакому, типа, ну, кто бы ни был человек, как бы он ни общался с нами. Официально надо разговаривать с ним на вы или на ты? На вы. Угу. Все, хорошо, лекция окончена.